Но мы понимаем, что Шейн Принц, наверное, не тот игрок, кто... Ой. И момент у Витязя. И гол забивает Витязь. Матиас Теденбю с передачи Джастина Денфорта. А Денфорту просто сделали подарок. И как же так после коммерческой паузы, вроде когда уже вы отдохнули больше минуты, вот такая помарка перед своими воротами. Ну что же это такое? Ну вот смотрите, вот Минел, вот передача и дальше. А дальше гол. Каличонок ошибается и забивает Теденбю. Коньком не смог нормально обработать эту шайбу. Ну или может он ее и неплохо обработал, но дело в том, что Денфорд был рядом.